Всем привет! Я очень рада снова приветствовать вас на моем YouTube-канале. И сегодня, в этот осенний дождливый день, мне бы очень хотелось рассказать вам о моем новом уходе за волосами, о тех средствах, которые я очень активно использовала во время лета, о тех волшебных баночках, которые мне позволили сохранить мои волосы, даже несмотря на летнее солнце палящее и на морскую воду, которая очень и очень сушит волосы. Вот такие вот здоровыми и красивыми. Итак, оставайтесь, пожалуйста, со мной, впереди еще очень-очень много интересного. Итак, как я уже сказала, сегодня мы поговорим именно про уход за волосами. И сегодня я хочу вам рассказать о продолжении своего знакомства с потрясающей итальянской маркой Davines. Как вы знаете, о продуктах от марки Davines я уже делала отдельное видео. Если вы не смотрели, пожалуйста, ссылочку я обязательно оставлю. Итак, этим летом я открыла для себя два потрясающих новых продукта от марки Davines. Это шампунь и кондиционер для абсолютной красоты волос. Ой! Вот так вот выглядят эти волшебные баночки. И сейчас я поподробнее остановлюсь на каждой из них. Итак, первый продукт, о котором бы мне очень хотелось вам рассказать, это вот такой вот шампунь для абсолютной красоты волос. Ой, шампу. Данная баночка в объеме 280 мл. Вот как вы видите, при достаточно активном использовании я израсходовала на данный момент чуть меньше половины баночки, хотя должна признаться, что я пользуюсь не только этим шампунем, я периодически чередую его с шампунем Валю из предыдущего видео, который мне тоже очень-очень нравится. Итак, в данном шампуне, шампуне для абсолютной красоты волос, содержится огромное количество различных масел и питательных веществ, благодаря чему данное средство действительно очень классно, эффективно ухаживает за моими волосами. И, как я уже сказала, данную линейку я стала активно использовать именно в летний период. В летний период мне наиболее важно было правильное питание и восстановление моих волос, потому что, как вы знаете, соответственно, лето я проводила на море, и палящее солнце и морская вода контактировали с моими волосами ежедневно. И для того, чтобы вот после лета мои волосы благополучно не превратились в мочалку, я действительно очень серьезно в течение всего летнего периода подходила именно к вопросу ухода за моими волосами. И вот эта вот линейка «Ой» от марки Davines, она, правда, очень классно себя показала на моих волосах, и, честно говоря, я прям вот влюбилась в эту линейку, и на данный момент я очень плотно сижу на этой линейке, я очень активно использую продукты из этой линейки, и если у меня один из продуктов заканчивается, я тут же бегу в магазин и покупаю следующий продукт. Собственно, шампунь у меня еще пока не закончился, я его активно использую. А вот кондиционер для волос из этой же линейки я уже поменяла на новую баночку. Что еще хочется сказать о данном шампуне? Он действительно делает волосы потрясающе мягкими, потрясающе шелковистыми и послушными. Шампунь очень классно пенится, его расход очень-очень экономичный, даже на мою длину и густоту волос его нужно совсем-совсем немножко. У данной линейки очень классные отдушки, поэтому, честно говоря, пользоваться подобными средствами по уходу за волосами одно удовольствие, помимо того, что вы восстанавливаете и ухаживаете очень качественными продуктами за своими волосами, вы еще получаете такой определенный ритуал ароматерапии, и, честно говоря, вот я каждый раз прям вот получаю удовольствие от данного шампуня. Второй продукт из линейки «Ой, абсолютная красота волос» — это вот такой вот кондиционер. Он, в отличие от шампуня, собственно, был упакован вот в такую вот баночку объемом 250 мл. Кондиционер очень-очень густой. Ну, может быть, не самый густой из всех, которыми я пользовалась, но достаточно густой. В принципе, по консистенции он даже больше похож на маску. Как я уже сказала, это абсолютно новая баночка. Предыдущая баночка у меня закончилась. Данный кондиционер мне безумно понравился, как и шампунь. На данный момент я хочу продолжать баловать свои волосы линейкой «Ой» от марки Davines. И пока что переходить на что-то другое мне не очень бы хотелось, поэтому, конечно же, после того, как данная баночка у меня закончилась, я тут же побежала и купила себе еще одну. Данный кондиционер, так же как и шампунь, содержит огромное количество различных масел и питательных веществ, и вместе с шампунем он еще более эффективно восстанавливает волосы, делает их вот такими вот мягкими, блестящими, лоснящимися, здоровыми. Вот правда, при, в принципе, регулярном использовании данного кондиционера вам даже маску для волос не обязательно использовать. Ну, вы можете, конечно, использовать маску, я как маньяк-бьюти-голик маску для волос все равно, конечно же, регулярно делаю, раз в неделю, раз в
10 дней. Но, в принципе, вот восстанавливающих качеств данного шампуня, прошу прощения, данного кондиционера, мне вполне хватает. Я иногда, если у меня нет времени, могу нанести данный кондиционер на свои волосы на 3-5 минут. Если у меня есть чуть больше времени, я могу оставлять его как маску на 10-15-20 минут, делая какие-то другие процедуры по своему телу и позволяя данному кондиционеру очень эффективно восстанавливать мои волосы. Я понимаю, что я повторяюсь, но мне еще раз хочется признаться в любви линейки Ой от марки Davinos. Я правда очень рада, что познакомилась с маркой Davinos, я правда очень рада, что нашла для себя линейку Ой. На данный момент я могу без ложной скромности сказать, что вот эта линейка и все продукты из этой линейки мне абсолютно подошли, поэтому помимо шампуня и кондиционера из линейки Ой, абсолютная красота волос, я, конечно же, продолжаю использовать вот такое вот молочко для волос, Ой, All-in-One Meal. Его я, как правило, использую для облегчения расчесывания моих волос и для еще большего кондиционирования моих волос, для придания им блеска после мытья головы. Я достаточно обильно наношу данное средство по всей длине своих волос, наношу именно на влажные волосы, оставляю на 5-10 минут, и уже после этого я свои волосы прочесываю Tangle Teaser'ом. Молочко мне это очень нравится, это тоже уже вторая баночка, первая у меня благополучно за лето закончилась. Молочко данное в объеме 135 мл, я на него уже, честно, делала отдельное видео, опять же, вот она ссылочка, поэтому сейчас подробно останавливаться на молочке не буду, просто повторюсь, молочко очень классное, и вот эта вот баночка у меня уже вторая. Также еще один продукт из линейки Ой, который мне очень-очень понравился и который мне отлично подошел, это вот такое вот масло. Масло для абсолютной красоты волос, Ой Oil. Оно также, как и молочко, в объеме 135 мл, вот такой вот бутылочке с замечательным, собственно, носиком-дозатором. Масло это у меня еще первая бутылочка, оно достаточно жирное, оно вполне себе такое, собственно, густое. Ну, это масло, оно такое должно быть по консистенции, поэтому расход у меня данного масла небольшой. И вот если молочко я использую на влажные волосы после мытья головы, то данное масло я ежедневно с утра после моего сна, расчесывая свои волосы, вот во время утреннего ритуала расчесывания моих волос, после того, как я их прочесала уже щеткой, и мне хочется добавить волосам дополнительный блеск, сделать их еще чуть более мягкими и подпитать кончики, я выдавливаю несколько кликов, несколько капель данного масла на свою ладонь, дальше я растираю данное масло между своими ладонями и уже наношу его на свои волосы. Вот сейчас я вам покажу. Вот, собственно, я данное масло нанесла. Я вот так вот тщательно растираю его между ладонями. Масло, кстати, тоже потрясающе, совершенно потрясающе пахнет. И после того, как я чувствую, что данное масло в моих ладонях согрелось, я вот такими вот, я вот просто проутюживаю собственные волосы. Вот я не знаю, сколько вы видите, но они сразу начинают жемчужно блестеть. Они становятся еще более гладкими, несмотря на то, что и так волосы в очень-очень хорошем состоянии. Но вот после нанесения данного масла они просто такое вот шелком становится струящимся, и помимо вот этого вот аромата, который они приобретают, совершенно потрясающего, такого сумасшедшего, очень нежного, они еще вот, вы видите, они действительно становятся, вот они, как шелк, очень красивыми, и масло очень классное, в масло я также влюбилась, как и в остальные продукты из линейки Ой. И еще один продукт от марки Davinos я для себя повторила, после того, как он у меня закончился. Это вот такая вот масочка Nunu Hair Mask. О ней я также делала отдельный обзор в видео о моем знакомстве с продуктами от марки Davinos. И вот эту маску я периодически, как я уже сказала, будучи и клиническим маньяком, бьюти-голиком, и все-таки очень активно ухаживая за своими волосами, я, несмотря на очень высокую эффективность кондиционера для волос Ой кондишена, я все равно стараюсь раз в 2 недели, либо раз в 10 дней, когда у меня есть полчаса 40 минут свободного времени, нанести на мои волосы именно маску для волос, походить с ней и, собственно, потом ее смыть. То есть маска данная наносится классическим способом, она также очень активно питает волосы, она восстанавливает волосы. Nunu — это одна из самых питательных линеек от марки Davinos, собственно, вот до появления линейки по уходу за волосами Ой, именно линейка Nunu была бы моим выбором. Но так как сейчас появилась линейка Ой, конечно же, я отдаю предпочтение именно ей, но данная масочка
Ну-ну мне тоже продолжает очень-очень нравиться, и я решила как-то ввести данный продукт в свою линию ухода за волосами Ой от Davinos. Вот эти 5 продуктов, они составляют мой основной базовый уход за волосами, ежедневный, еженедельный и ежемесячный. Еще раз хочется сказать, что я очень-очень рада своему знакомству с маркой Davinos. Несмотря на то, что средства по уходу за волосами от марки Davinos являются весьма-весьма недешевыми, поверьте мне, данные средства стоят данных финансовых инвестиций. Если у вас есть возможность попробовать средства по уходу за волосами от марки Davinos, я очень рекомендую обязательно вам их попробовать. Итак, я очень надеюсь, что данная информация была для вас полезной. Если вам понравилось данное видео, ставьте, пожалуйста, пальчики вверх, оставляйте комментарии внизу под видео, задавайте мне вопросы, я с удовольствием на все на них для вас отвечу. Спасибо большое, что смотрели данное видео, спасибо большое, что остаетесь со мной, и до скорых встреч на моем канале. Пока-пока-пока!